Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики края действует с 2021 года. Ее главная задача – научить или подтянуть навыки управления производством, чтобы повысить эффективность предприятия и потенциал сотрудников. Люди, которые приходят в нашу программу, а мы придали ей статус действительно государственной, губернаторской программы, люди – это уже состоявшиеся специалисты с хорошим добротным образованием, сделавшие определенную карьеру у себя на предприятиях, на производстве, в компаниях энергетики. Это все так, на них направлены были основные наши идеи. Это те кадры, которые вот эта промышленность нашу и двигают вперед. Это стало возможным благодаря вашим знаниям. Я хочу поблагодарить вас, выпускники программы, за то, что вы обогащаете нас, потому что любое образование – это обоюдный процесс. 4 месяца обучения проходило на базе технического вуза в Барнауле и его филиалов в Бийске и Рубцовске. Студенты с опытом решали инженерные задачи, изучали способы внедрения цифрового производства и инновационных технологий. В этом году на обучение поступило больше 80 заявок. Для меня больше в управленческом смысле была информация свежая, новая. Казалось бы, она очень такая понятная, ясная информация, но ее вот так вот переформатировали, в другом виде выложили, и совершенно интересно было слушать. Для меня это было настоящее удовольствие. Вручение дипломов не финал программы. Для выпускников организуют стажировки. Ближайшее пройдет в конце ноября на предприятиях машиностроения и химической промышленности Томской области. Дмитрий Дроздов. День с толком.